Срочный выпуск в прямом эфире. На ваших глазах развивается чрезвычайная ситуация. Сумасшедший автомобиль не желает останавливаться и уже стал причиной многочисленных аварий на трассе. Нет, никого не задели, не задели! Автосалон Данжун. Месье Даниэле, что нужно сделать, чтобы отключить круиз-контроль? Нажать на тормоз, он сам отключится. Тормозит! Что ты наделал? Это же новая машина! Твою мать! Сбросьте скорость и остановите машину! Мы не можем остановиться! У меня рука за что-то зацепилась! Капитан Питон, там спятившая машина на шоссе. Семья застряла на 160. Придется сбить их из базуки. Вас понял, капитан! Вас понял, капитан. Поговорить с техслужбой о том, как вам выбраться. И как же? Увы, никак, месье Кокс. Говорю вам, кроме нас, они там все идиоты.